Всем привет! Для изготовления сегодняшнего инструмента потребуется вот такой вот 8-миллиметровый прут латуни. Идем в токарный станок, к токарному станку точнее. Шпильку с отверстием и резьбой вкручиваю в заготовку. Есть. И на всякий случай контргайка. Вытачиваю так называемую прижимную втулку. Что за прижимная втулка, вскоре поймете. Необходимый диаметр 8,2-8,5 мм. Отрезным резцом выполняю три канавки. Не очень глубокие, буквально чтобы цеплялся палец. Звук, конечно, впору уши ватой затыкать. Но ничего, потерпим. Смекалка в помощь, так сказать. В общем, поджимаем заготовку центром. Таким образом деталь жестко зафиксировалась, соответственно зафиксировался и патрон. Дальше отрезной резец, перевернутый, и проделываем канавки теперь уже в этом направлении. Узел работает следующим образом. Во втулку устанавливается цанга. Также выточил вот такую вот гайку. Завинчивается. Вот и все. Далее потребуется отрезок оргстекла. Вот такая вот полосочка. Толщина 13 мм.
Бурк, 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 бурк. Друзья, пока я занимаюсь полировкой, для того, чтобы сэкономить время и сделать доброе дело, хочу порекомендовать вам канал моего хорошего приятеля Максима. Вау! Не знаю, передаст ли камера или нет, поскольку у нее какие-то проблемы с балансом белого автоматическим. Но блестит очень сильно. Очень-очень-очень. Вот он результат. Извиняюсь за грязные руки. Нет воды. Нынче каждая капля воды на вес золота. Нет, не отключили за неуплату. Отключили в результате ремонтов каких-то насосов. Нет воды ни в моем городе, ни в близлежащих. К сожалению, гадство. Система выглядит следующим образом. Устанавливаем в цангу вот такой вот скальпель. Лезвие. Ее, то бишь цангу, устанавливаем в прижимную гайку. И это все завинчиваем. Крепенько прижимаем. Чё? Давай! Вот и все. Скальпель-нож готов к работе. Столь гламурное изделие я изготавливал по заказу своей мамы. Она часто работает с тканями, и ей будет удобно им распускать различного рода швы. Подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях. Будем общаться обязательно. До новых встреч, но паса. Ран. Срачище развел какое на оборудовании. Где-нибудь на заводе меня лишили премии. Не иначе. Марафет навел.
Вот такой чудо-агрегат. Ретро. Но зато справляется со своими задачами полноценно. Вот так вот.